Я подготовил проект предложения к Далай-Ламе, обращение, и проект Венера. Но вы понимаете, о чем речь идет. О сотрудничестве. Потому что я точно так же хочу, чтобы на Земле был мир, меньше было кризисов и войн. Разработал новую теорию сознания, новую модель работы мозга, новую технологию саморегуляции человека по новым принципам, правилам и приемам, которые помогают человеку быстро освоить то, на что тратится очень много времени по другим уже известным методам, которые были созданы тысячелетия назад. Сегодня 21 век. И есть новые потребности, новые, как говорят, угрозы, новые необходимости. Человек должен быть творческим, стрессоустойчивым, быстро понимать, чего он хочет, и находить внутренние и внешние ресурсы для исполнения своих желаний. И поэтому мы можем создать новый уровень взаимоотношения между людьми и новый уровень качества жизни, и новый поиск гармонии между Западом и Востоком, между ментальностью культур самых различных народов, и создать действительно благоприятные условия для мира и здоровья людей.